Ну, наконец-то я остановился, а. Прям вымотала меня эта дорога, эти блукания, да? Заблудился. Лесной массив вроде бы небольшой, но поскольку это я, а я могу в трех соснах заблудиться, так оно и получилось. Так, ну что, у нас на календаре конец сентября, идут обильные, я надеюсь, благодатные дожди грибные, поэтому надо выбираться в лесок. Народу невероятное количество, встать просто негде. Трафик очень большой и напряженный. Единственное, конечно, меня огорчает, что вот пока я здесь блукал, у грибников, ну, пустые ведерки. Хотя я вот где остановился, ну, понятное дело, что здесь мусор какой-то. Ну, вот есть масленок. Поэтому будем надеяться, мне что-нибудь перепадет, оставят мне. Хотя, поскольку поездка спонтанная, сейчас у нас уже не то что обеденное время, а вечернее. Вот, нет-нет, срывается дождик. Я, кстати, обогнал невероятный... Ладно, трескотня это. Давайте без предисловий, быстрее в лес. Да, я не один, Собакевич со мной. Все, погнали, погнали. Вот они, первые шаги. Уже встречаются грибочки. Правда, это не наши. Шишечки. Да елочки. Так. Собаку нельзя тоже из виду отпускать. Тут и дети, и бабушки, и кого только нет. За счет того, что дождик нет-нет срывается, вот эта вот влажность, елки, блин, обалдеть. Запах супер. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, отлично, смотрите, что я тут нашел. Оп, аккуратненько. Вон дорога, недалеко отошел. И вот он, родненький масленок, а. Ой, ты красота как. Ай-ай-ай-ай. Елочка больно мне ударила. Ага. Так. Где-то еще вот. Вот. Вот еще тут какой красавчик, а. Ой, вон еще. Вон. Вон они. Вот они, маслята. И вон пошли, вон. Ой-ой-ой, красота-то какая. Спасибо большое. Так, а вот срезы, кстати, есть свежие. Так, как-то вас пропустили, ребятушки. Давайте-ка срежем вас аккуратненько. Так вот, раз. Вот они, маслята. Вот красота. Так, аккуратно. И тебя давай тоже. Оп, раз, раз. Вот они прям набивные какие, суперские. Так, ножик. Так. А прям перепахано-то как. Здорово, а? Так, где-то я тут еще видел. Вот. Вот вы где. Молоденькие, хорошенькие грибочечки. А? Так. Вот. Перчатку я забыл. Вроде бы недалеко, но возвращаться плохая примета, нет. Придется руками пожертвовать. Так, смотрим. Мне понравилось. Начало интересное. Так. Нет, это не наши грибочки. Уже. Так, а вот под елку, если полезем, там что нас ждет? Все равно, пока глаза еще не могут привыкнуть. Так, нет, вот кто-то наступил. Это не я. Высматривать эти бугорочки. Так, уши, ты что начал-то? Журкин, с ума не сходи. Все, он тоже дорвался. Да, этих. Да простор. Скучно ему дома сидеть. Так, вот еще тут. Ага. Вот он грибок, как вымахал, да? Как же тебя пропустили, а? Не червивый, отличный гриб. Отличный. Ой. Супер. Вот это я понимаю.
А, кстати, не помню, говорил. Нет, все же ведь в ППХ быстрее. Конкуренция жесточайшая. Территориально я нахожусь. Ольховский район. Вот. Здесь вот мы пока пробуем свою грибную удачу. Так, ладно. Надо еще аккуратненько здесь пройтись, посмотреть. Может быть, все-таки мне что-нибудь еще перепадет. Удастся найти. Так. Так. Продвигаемся. Лучше не отходить далеко. Вот эта красота. Эх, кто же ее поломал-то? Вон она что делает. Вот они. Грибочки какие. Мухоморчики-то. Цвет какой насыщенный. Жалко, конечно, что поломали. Он какой здоровый вымахал. Вот это да. Прям полянка с мухоморами. Да. Срезов достаточно много. Причем они вот. Им и часу нет. Вот, иду пока по таким грядочкам. Свою найти не получается. Вот. Везде слышно грибников говор. В общем. О, тоже кто-то мухомор нашли. Так, надо уходить куда-то дальше, что ли. Это я прям каким-то чудом тут несколько штук нарезал. Как их пропустили, непонятно. Ой, не, ну здорово, конечно, по лесочку походить, погулять. Так, ну-ка. Грибочек это? Нет, нет, не грибочек. Так, а вот это вот у нас, что у нас? Вот это грибочки. Грибочки спрятались. Лучше не наступи. Вот они. А? Масленок. Копилочку. Раз. Да, нет. Этот не очень. Так, ну тихо. Грибницей он начал. Ага, вот опять дождь начался. Я его обогнал, там стеной просто шел ливень самый настоящий. Так, идем. Уж этот, береги силы. Так, вот грибок еще. Так, как-то не совсем сподручно. Смотри, закопал. Ага, аж прям хрустит. Режу, он хрустит. Прикольно. Так. Все. Устроился. Полянку, да? Молодец. Угу. Вот интересный бугорок. Ну-ка, что тут у нас? Ага. Вот. Спрятался. Ну-ка. Нет, нормальный. Нормальный, не червивый, хорошенький. Так, а вот еще бугорочек. Нет, это ложный бугорочек. Так, сканируем территорию. Выбрался на опушку, и вот он. Видимо, все-таки настиг меня дождик этот. И по ощущениям, что он облажной. Ну ничего, помог. Лишь бы был толк. Но, поскольку сейчас у нас воскресенье и уже далеко за обед. Да что там говорить? Уже вечереет. А я только приехал. Так что гнездище какое-то тут. Прям вообще нещадно тут бреют лесок этот на грибочке. По одним срезам топаю. Не могу, конечно, сказать, что грибов нет. Так что продвигаемся, не сдаемся, смотрим.
и терпим. Так. Грибочки, грибочки. Грибочки, грибочки. Долго уже шагаю под возгласы соседних грибников. Вот, наконец-то нашел грибочек. Да не один, и достаточно крупные. Раз, два. А, нет, этот что-то червивый. Да, есть. Поражена. И тут тоже. Ну-ка, 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 ну-ка. Нет, этот хороший. Этот хороший мы возьмем. Так. Ну, раз, ребята, вы до таких размеров вымахали, и вас никто не потревожил, может быть, не ступала здесь еще нога грибника. Надо посмотреть околочек. Так, так, так. Ага, вот, 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 вот. Нет, не то. Не то. Так, это что такое? Так что-то не видать больше. Очень скромная полянка в виде двух грибочков, да? Так. Сейчас посмотрим, посмотрим. Нет, вот еще. Вот еще. Так, чуть по чуть. Глядишь, может быть, хоть. Так, ну, нет, что-то. Не-не-не-не. Отлично, отлично. Глядишь, так, чуть по чуть. Вот еще. Не разгибаясь. Сразу же. Вот он какой. Молоденький. Хотя бы одну кубышку собрать. Я уж за несколько молчу. Потому что прям... предложений не хватает. Вот, кстати, срез. Вот еще одна. А нет, тронутая. К сожалению, опять тронутая полянка. Не, ну вид просто завораживающий. Вот эти яркие краски. Прямо. Это тут в пятнышке. Вот это да. Супер. Или вот. Тоже раскрылся как. Здорово. Прям тут такая вот серость коричневая, да, яркий оранжевый цвет. Прям интересно. Так. Угу. И вот срезы, 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 срезы. Так. Ну ничего, не сдаемся, ищем. А? У тебя силы есть? Мокрая шкурка. Не? Так, ну единственное меня может спасти, наверное, только огромная поляна. Вот. Ну только не мухоморов. Нет, нет. Так. Я не знаю, куда мне идти. Сзади крики, впереди лай собак, дети кричат слева. Справа бабушки какие-то потерялись. Не знаю, куда мне деться. Так, ладно, ищем. Ух ты, вот это да. Вот завалившаяся елочка какой тут у нас вымахал, да? Ну, уж нельзя, 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 нельзя. Ну чё? Нет, нет, нормальный. Нормальный. Да. Ну, еле-еле дно прикрыл. А прошли достаточно много. Идем. Вот это неожиданная, конечно, находка. Да, грибы. Но я, правда, не знаю, что это за грибы. А, нет, нет, нет. Я понял. Они мне как нельзя. Нельзя. Ага. Ага. Не ешь.
Ну-ка, пипку мне, пипку дай, сотру это все. Споры, споры. Сначала пипку, да? Уши, уши. Забыл, как они называются. Но они такие, нет, сама, не надо. Ну, тот, конечно, такой крепыш прям, интересный. Прикольный грибочек. Так, где же маслята? Что-то с непривычки-то, а? Даже уже нет-нет. Какая-то усталость накатывает. Так, ладно, пока без перекуров выкладываемся прям по максимуму. Вперед. Вперед. Не надо ямки копать. Ура, я добрался до стана. Не блукал прям как ты, самая внутренняя чуйка сработала. Практически четко вышел. Так, ну с горем пополам, где-то пол ведерка я подсобрал. Да, но они прям настоящие трудовые. Причем размер такой, где-то недельный, двухнедельный. Они или были скошены в течение, я не знаю, вот этих вот выходных. И не успевают они подрасти. Это прям вот, если ехать, то, наверное, когда? Ну, вот на следующих выходных, в субботу, с утречка не лениться, подняться и в бой. Но ничего, я все равно доволен. Неплохой первый выезд по грибы. Хотя нет, вру, второй. Первый раз я поехал, не доехал. Ну дожди, хорошие идут у нас. Так, ну что, традиционно, наверное, предлагаю арбузик попробовать. Я еще в этом году не ел. Уж ты тоже не кушал, да? Да посмотрим. Мякушку кушаешь.